Активисты Одинцовского отделения «Единой России» и молодогвардейцы приняли участие в открытии выставки в Одинцовском историко-краеведческом музее. Экспозиция посвящена 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены личные вещи солдат, оригиналы документов и военная форма тех времен. Мероприятие прошло в новом зале, который посвящен обороне Москвы. Сотрудники музея отдельно поблагодарили депутата от «Единой России» Михаила Солнцева за помощь в организации ремонтных работ. Партийцы поддержали мероприятие в рамках проектов «Культура малой родины» и «Историческая память».